какому закону? Скажите. Не, просто скажите, по какому. Детское заведение. Слышите, за что я правильно понимаю, что это по новому закону? Вы люди то же самое, у кого ленточки они. А нас кто за что стоит задерживать? Почему вы задерживаете? Вы простые зрители. А почему вы одиночный пикет задерживаете? Закон о полиции требует, чтобы вы писали. Только что Алексей Давыдов вышел сюда с плакатом «Быть геем – это нормально». Как видите, это детская библиотека. То есть здесь осуществлялось одиночное пикетирование в полном соответствии с законом Российской Федерации. Каждый человек имеет право на одиночное пикетирование. Это одиночное пикетирование не требует согласования. А почему именно такое место выбрано? Потому что, вот видите, потому что мы хотим сказать правду детям. Мы хотим сказать детям. Вы нарушаете закон. Да мы пофигу, у нас тут фашисты.